У Кузяева с точки зрения футбольного всего арсенала, да, всех возможностей, может быть, немножечко ограниченный, сравнить тем же Головиным или Мерчуком запас. И он компенсирует страстью, энергией, вот как раз теми подкатами. Я помню, он буквально ко мне в ноги прилетел, когда был я на матче Гавр-Леон, и такой подкат с 5 метров совершил. Ну, тоже рискованный. Но если ты так не играешь во Франции в центре поля, если ты так не бьешься, то тебя, скорее всего, заменят другие, которые тоже будут идти в подобные подкаты. И Кузяев свою роль-то там держит. Ему иногда нужно быть метрономом, то есть человеком, который мяч придержит, отдаст в нужном направлении, но иногда нужно быть вот таким бульдогом. И иногда это оборачивается красными карточками. Это не от злости, это от того, что он немножко проиграл эпизод. И, никто за это не похвалит, но я бы особо и не упрекал.